Друзья, всех приветствую. На улице весна, солнышко. А у меня новый пополняк, кассеты Sony. Целый бокс распечатанный. Кассеты продолжительностью 240 минут. Четырехчасовые для европейского рынка. Давайте посмотрим, что внутри. Вот такие вот кассетки. Как вы, наверное, уже догадались и заметили, они чем-то напоминают кассеты Sony красного оформления, которые я вам уже демонстрировал. И вы окажетесь совершенно правы. Кассеты по оформлению абсолютно такого же качества. Ну, закатанный в пленку, кофр бумажный 100%. Полиграфия прям на совсем низком уровне. Как мне уже сказали знающие люди, это не подделка, это действительно кассета производства, скорее всего, Франции. Вот тут есть обозначение на торце Made in Europe. Кассеты заката эры VHS. Это кассеты из 2000-х годов. Но, как мы знаем, после 2000-х годов стало уже совсем печально на рынке видеокассет, потому что, собственно говоря, все уже переключились на другие форматы. DVD, DivX и так далее, и так далее, и так далее. Там уже на подходе был и HD, и, собственно говоря, и Blu-ray, и так далее, и так далее. Это, ладно, речь не об этом. Сейчас я хочу поговорить про кассетки. Но, тем не менее, у меня таких в коллекции не было, тем более еще в таком количестве и в таком состоянии. Их действительно интересно собирать вот прям блоками по одной простой причине, потому что если мы смотрим их по одной, ну, для меня, вот опять же, лично для меня, мое личное мнение, это какой-то винегрет, какой-то в хаосе находящийся. Если, конечно, рассматривать каждую, если мы берем в руки и крутим, вертим, изучаем характеристики, это круто, а когда они у нас представлены на той же самой полке, но на самом деле для меня это не очень презентабельно. Вот намного презентабельнее, когда они идут вот по 2-10 штук. Ну, не знаю, почему вот как такой выбор для себя сделал. Ладно, не об этом сейчас. Кассеты 4-часовые, повторюсь, аббревиатуры идеальные для перезаписи. Какое-то есть обозначение буквенное, может быть, кому-то что-то даст. Кассеты, еще раз скажу, не подделка, Франция, скорее всего, начало 2000-х годов, увидел, приобрел, очень этому несказанно рад, тем более еще по смешной цене, до сих пор это можно встретить на просторах России, если мы говорим про eBay или японские рынки, там совсем цены просто какие-то космические, в России еще можно встретить по адекватной цене запечатанный блок в идеальном состоянии, да еще по такой вкусной цене. Поэтому поздравляю сам себя с приобретением. Давайте взвесим их, поймем их всю суть, сравним с моей тестовой кассетой. Напомню, моя тестовая весит 243 грамма. Эти кассетки весят... Ставим 223 грамма. Как вы помните, моя тестовая кассета весит 243 грамма, а лидеры по этому параметру, ну, как по мне, напрямую влияющими абсолютно на качество, это кассеты GVC, кассеты BASF, они весят 300 грамм и более. Ну, по самой кассете прям чувствуется, что она очень легенькая. Это говорит нам о том, что где можно сэкономить, сэкономили прям максимально. Конечно, очень жалко. Но тем не менее. Это был обзор видеокассеты, даже не обзор, а превью формата VHS Sony CD Clarity and Durability, идеальная для перезаписи французского производства. Как-то так. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, классика уже, да? Внизу вы можете посмотреть в описании ссылочки на VHS-лаборатории в социальных сетях. Подписывайтесь, задавайте вопросы в комментариях, давайте общаться, если интересна эта тема. Будем ее развивать, поднимать формат.
Ну, потому что вещь такая достаточно интересная, необычная и, скажем так, не реализовавшая на 100% весь свой потенциал. И сейчас есть возможность это воплотить в жизнь. Силами любителей. Всем пока-пока. До новых встреч.